Метро 23 августа. Где-то здесь должен быть Игорек. О! Идем. О! Нет, братан! Что ты за погоду здесь развел? Сырость какая-то, блин, слякоть. Да. Специально, но у меня есть решение этой проблемы. Я нашел супер баню. Просто вот такую, Виктор. Вот такую. Вот такую. Ну я не умею, как ты. Вот такую. Где? Короче говоря, за солдатом по прямой. Не, ну что, тут даже оркестры надо играют. Тут какие-то мужчины в возрасте выходят, видно, бывшие музыканты. Прям целые тут. Ну прям зачет, да, тогда прям... да. Вопросов нету, да? Вопросов нету, без базара. Тогда можно гулять. Туалет, который постоянно закрыт, отличный тоже. Поставили посредине. Так. Долго уже едем? Или недолго? Чего? Нет, это не. О, кинотеатр. Мой любимый кинотеатр Дорожанка. Так я не понял, что баня в кинотеатре? Нет, совсем рядом. Налево? Налево. Есть. Пока правильно едем. Теперь едем сюда? Ну да. Ага. Ротик маленький такой. Сейчас будет спортивный зал. Слева магазин. Народ, в принципе, от метро сколько? 7 минут. 7 минут от метро? Может быстрее, может 5. Неспешным шагом. Ну, не, да, я еле хожу. Да, направо. Направо. Ага, понял. У вас понял. Штурман. Вот мы и приехали. Да? Да. О, нормально. Что за улица? Ну, вот ты вопрос задаешь. Давай. Уже вижу. Сумгаитская. Вот он, ультра-мега-банный комплекс. Ультра-мега-банный комплекс. Ну, отлично. Отлично. Опа-на, а что тут у нас здесь есть? Прямо паб Харьковский зерновой пивоварни. Вот это нежданчик! Я просто не стал говорить, но... Вот это вещь, да? Прямо при баньке. Свое, родное. После пара можно заправиться хорошим пивом. А можно и на камне поплескать. Плеснуть, кстати, будет аромат вообще. Хорошим же пивом, это же просто аромат. Да, слышишь, а какой-нибудь охмеленочкой. Еще такого не пробовали, да? Интересный подход. Слушай, что правда, надо попробовать. Погнали в баню. О, красота. Сразу банькой пахнет, да? Угу. Класс. А ты прям как знаешь, куда, да, сразу попал? Ух ты, тут целый этот самый оранжерея, да? Классно. Сразу чувствуешь себя в тропиках. О, кисюня. Дежурная по бане. О, какой зал. Шикарный, да? Все в дерево. Дерево, чаек. Да. Чаек, да, здесь? Да. Отлично. Ну что, тетя Роза, вы готовы? Ковбои тоже готовы. Да, ты тоже хорош. Погнали. Эй! Так. Снимите тапки. Перед входом в парную примите душ и снимите тапки. Парная. Класс! Даня, там немножко кусок мяса стёкся. Надо бы его вытащить. А ты Игорька вытащил? Блин, Игорек! Ох, ёп! Игорь,
Ну что, по второму кругу. Красота! Ну шо, вот он настоящий отдых. Не так, говори. Давай. За тебя. И за тебя. Ну что, еще раз парилочку и перемещаемся в более сухое место. Да? Легко. И еще по паре бокальчиков. Пару бокальчиков, потом еще раз, потом пару бокальчиков, потом еще раз. Ну, ваше благородие, да вы нарезались. Что, Амиго, готов? Я, да. Вперед. Хорошо, так как, да? Хорошо. О, фитобар. Нет. Чуть левее. Я понял. Левее, 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 левее. Оп. Оп. Кафе. Сразу видно. О. О. Хорошо. О-о-о. Ну что, что-то у меня ножки ватные. Как-то, да? Да. Надо. А я просто вот схватился хорошо. Что? Оно греет, да? Пшенички, пожалуйста, пшенички. Пшенички, пожалуйста, а мне голден эйл хочется. Просто отлично. Сухарики с соусом. Счастье есть, оно не может не есть. За отдых. Да, отлично отдохнули. Красота. Шикардос это. Просто шикардос. Комплекс, говорю, релакса просто. Вообще, такое. Да, такое ощущение просто где-то вот в небесах. Такое, такая легкость. Легкость непередаваемая. Прямо. Костерка, костерчик. Вообще. Ну да, такая. Пармезанчик. Нет, ну кухня вкусненькая. Релакс. По полной программе. Кто еще хочет, можно сделать массаж. Массаж это вообще, я думаю, можно улететь. Я знаю этих ребят, они вообще просто таланты своего дела просто. Ну что, друзья, вот с партнерами открываем небольшой паб. На 22 число, это суббота, назначено открытие. Ждем всех. Первым посетителям вот такой подарочный бокал. Таким футбольным мячиком. Ага, подарок. Так что в субботу со скольки здесь? С 11. С 11. С 11. Мы будем с Виктором. До 11, да. Ждем всех. Будет много вкусного пива, хороших вкусных закусок и приятного общения. Да. Ждем всех, ждем. Друзья. До встречи.